Наследник британского престола, старший сын королевы Елизаветы II, принц Чарльз, отмечает 70-летие. По этому случаю Букингемский дворец опубликовал фото, на котором юбиляр запечатлен в кругу монаршей семьи. Чарльз Филипп Артур Джордж родился 14 ноября 1948 года. Наследником трона он стал в трехлетнем возрасте, когда его мать взошла на престол. Его королевское высочество учился в Кембриджском университете, прошел военную службу в британских ВМС. Ярый защитник окружающей среды и борец за права человека, принц Чарльз патронирует свыше 400 благотворительных и общественных организаций. Биографы полагают, что бразды правления своему старшему сыну Елизавета II передаст уже через несколько лет, когда ей исполнится 95.